На защите порядка МВД по Чувашской республике провело учение по пресечению массовых беспорядков. ОМОН, ГАИ, войсковая часть и транспортная полиция отрабатывали действия при массовых беспорядках. Основное представление развернулось на железнодорожном переезде Гремячего в Чебоксарах. По легенде, там собралась толпа воинственных футбольных фанатов, которые заблокировали участок дороги и остановили поезд. Правоохранительные органы оцепили место ЧП. Госавтоинспекция организовала движение транспорта. Толпу фанатов удалось рассредоточить и заключить в плотное кольцо бойцов. Обезвреженные участники беспорядков были задержаны. Руководитель учений, заместитель начальника полиции Илья Воробьев, подводя итоги тренировки, сказал, что ее цели были достигнуты. А в случае возникновения реальных угроз и подобных чрезвычайных ситуаций, стражи порядка рассчитывают на поддержку населения республики и получение информации о нарушении общественного порядка.